всем, дорогие зрители, вы сейчас посмотрели самую масштабную открытие телепорта. То, что оттуда должно выйти, оно уже вышло. Я вам покажу на следующем ролике, что оттуда вышло. Но вы видели такой масштаб необычного явления, который произошел с одним парнем. Это было снято в Беларуси, в Минске, в одном, ну, частном доме. Над домом появился вот такой портал. Что это? Ну, вы посмотрите внимательно, кто не увидел, там открывался он постепенно, этот портал. И там я эффектами показал вам, там есть две такие, как вам сказать, слои, которые разделяются в основном. Это, то есть это был до того нагрет портал, что там 1000, может, градусов было. Да-да-да, при таком, наверное, раскладе и порталы и открываются. Если кто не посмотрел, если кто-то не поставил лайк, тогда ставьте и смотрите.